привет! Xiaomi Smart Band 8. Новый фитнес-браслет, который был представлен китайским техногигантом Xiaomi вчера на апрельской презентации, вместе с флагманом Xiaomi 13 Ultra, про который я рассказывал. Обязательно посмотрите этот ролик. На этот раз Xiaomi решили немного изменить дизайн устройства, в частности обновили крепление ремешка. Но давайте рассмотрим различия с предыдущей версией подробнее. Подписывайтесь на канал, поехали! Если прошлые поколения оснащались цельным ремешком, в который вставлялась капсула, то теперь ремешок двойной и крепится как на часах. Такая конструкция позволяет носить Xiaomi Smart Band 8 не только на запястье, но и как подвеску на шее. Напишите в комментариях, кто будет так носить. Новый продукт позиционируют как модный аксессуар. Компания выпустит целую россыпь ремешков, признанных подчеркнуть стиль пользователя. Более 200 встроенных циферблатов прилагаются, а еще есть встроенные мини-игры. Опять жду в комментариях игроков на фитнес-браслете. Есть новые фишки и для спортсменов, наконец-то. Браслет можно закрепить на кроссовок, в этом режиме бегун будет получать больше данных, включая длину шага и силу удара стопы о землю. Также добавили так называемый интерактивный режим бокса. В целом устройство умеет отслеживать более 150 видов тренировок. Сон, сердечный ритм, шаги – все это девайс тоже анализирует, как и прошлая модель. Новый бенд также можно использовать для управления различными интеллектуальными устройствами, конечно же, от Xiaomi. Корпус защищен от воды по стандарту 5 атмосфер, автономность до 16 дней, полная зарядка занимает час. Диагональ экрана у Xiaomi Smart Band 8 оставили без изменений – 1,62 дюйма. Это честный AMOLED, 326 ppi, 600 нит. Поддерживается Always On Display, частота обновления те же 60 Гц. От подбородка компании так и не избавилась. Как и прежде, в продаже будет версия с NFC и без. Цена на старте продаж 279 юаней, это 3300 рублей, или 239 юаней, 2800 рублей за версию без NFC. Потом ценник вырастет до 299 юаней и 249 юаней, соответственно. В Китае новинка уже продается, в моем телеграм-канале уже есть ссылка на покупку с AliExpress. Напишите, как вам новинка. Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram, где я публикую самые выгодные цены с AliExpress, Яндекс.Маркета и других площадок. Впереди много интересных новостей и обзоров. До завтра.